В общем, второй раз я снимаю это видео. Непривычно мне снимать второй раз видео, потому что на меня смотрят опять люди, которым нет еще 18 лет, маленькие девочки. Ладно, но меня это не останавливает. Второй раз снять это видео, реально непривычно снимать мне на площади Минибас. Сзади меня, в общем, елка. Как видите, у меня перчатки, потому что когда я первый раз снимал видео, у меня реально замерзли пальцы. И поэтому у меня были мысли уже, ну, как бы горячий кофе и все такое. В общем, сзади меня елка, снеговики искусственные. Люди, в общем, катаются на коньках. Это, ну, там сделан этот искусственный лед. Дальше немного я помолчу. Скоро Новый год. Это какое-то число. Какое-то число, короче, это воскресенье, а до Нового года осталось пару недель. Пару недель осталось, в общем. Там вот уже 2019 год. Прицегу взаимосвятку, взаимосвятку с онлаймингу явно гаду. Опять потерял я мысль, а до этого было у меня столько много мыслей. И все реально опять как первый раз потерял я мысли. Ну просто мне непривычно на площади снимать, что скоро Новый год, что люди ждут какое-то чудо, все ждут чуда в 2019 году. Но зато плюс этого видео, что я вышел в людное место, это площадь Минибас. И стараюсь, чтобы это было такой предпраздничный видос на моем канале. Опять люди приехали, люди непривычно снимать. Ладно, на этом я, короче, закончу видос. Скоро Новый год.